Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Марина, и сегодня мой обзор, мое видео посвящено моему заказу. Сейчас я вам покажу, что я заказала. Сразу скажу, что заказ в основном это у меня здоровье. В этом каталоге акцент на это. И поделюсь, что же я взяла. Итак, поехали. Первое, что мне пришло, это, конечно же, два следующих каталога. Это каталог 16, который будет у нас длиться всего лишь 2 недели. Это впервые в истории компании. И весь каталог это все 2 недели беспрецедентных скидок. Это все недели черные пятницы у нас. Представляете, полностью распродажа. Каталог просто шикарный будет. И уже новогодний каталог. Смотрите, какой он уже праздничный, нарядный. Каталог 17, который будет с 29 ноября по 18 декабря. Новогодний. Подарочный, акционный, распродажный, собственно говоря, все собрано. Итак, поехали. Что же у меня в заказе в этом заказе? Это первый заказ, будет еще один. Первый это, конечно же, коктейль, наш Natural Balance, коктейль для перекуса. Да, это не замена еды, это перекус. Здесь примерно 7 грамм белка на порцию, то есть я и пищевые волокна. То есть я его добавляю как перекус для того, чтобы поддержать вот эту вот ноту сытости. Когда я понимаю, что я бы сейчас съела печенька, я бы сейчас съела что-то еще такое, я беру себе, навожу коктейль. Делаю я, сразу скажу, не на воде, я не снижаю вес, я делаю на немолоке, на каком-то из растительном молоко, но мне больше нравится овсяное, потому что все остальные кокосовые и так далее, они сладкие. Либо соевое мне очень тоже понравилось, делаю и выпиваю порцию, хорошо насыщаюсь. Беру ванильный, потому что этот вкус у меня пьет сын, тоже ему нужен белок, растущий организм. Беру ванильный, потому что этот вкус он предпочитает, и этот вкус можно делать с различными добавками, соответственно, меняя вкус. Да, все, что угодно добавляйте, будет хоть ананасовый. Так, затем... Опять-таки, здоровье – это наш пребиотический напиток с пищевыми волокнами и астаксантин. В этом каталоге, в текущем каталоге идут по акциям 2 вот этих продукта в линейке Wellness. Почему беру? Потому что, вот он запечатанный, я взяла показать вам, вот он приходит запечатанный, вот он запечатанный, у меня есть открытый мой пребиотический напиток, взяла вам показать, он у меня уже заканчивается, да, вот тут вот такой порошочек, то есть это не капсула, это именно порошок для разведения, плохо, наверное, видно, немножко отсвечу, здесь порошок, порошок с таким достаточно нейтральным вкусом, 6 источников пищевых волокон, инулин из корня цикория, добавляет, то есть это не полностью замена овощей в нашем организме, это добавка, 4 грамма на порцию пищевых волокон содержится, в одной порции, да, то есть мы выпиваем напиток, и мы дополняем наш ежедневный рацион полезным пребиотиком. Чем же полезен? Это наша полезная, благоприятная микрофлора нашего кишечника. В кишечнике у нас 70% иммунитета. Знаете, да, иммунитет это очень важно, крайне важно, не только сейчас, да, когда сейчас все вспомнили про иммунитет и про здоровье, это важно всегда. И будет здоров кишечник, будет хороший иммунитет, организм сможет бороться. Хорошо работает кишечник у нас с этим пребиотическим напитком, легко пьется, можно добавлять куда угодно. Можно, я делаю прям, просто навожу чайную ложку, да, 5 грамм, на водичку размешиваю, выпиваю. Такой оттенок легкий-легкий зеленоватый, какой-то привкус, ну, слегка, может быть, овощной. Никакой горчинки, никаких там, ну, вообще, он практически нейтральный, такой легкий аромат свежести. Выпивай, можно добавлять куда угодно, можно в салаты добавлять, можно добавлять какие-то, когда вы готовите. Но важно помнить, что когда вы салат едите или что-то еще, вы там, может быть, не знаю, макароны присыпите этим напитком, пить много воды надо, потому что пищевые волокна, да, они у нас требуют водички для того, чтобы хорошо работал кишечник. Поэтому пьем хорошо воду. Воду пьем. И, соответственно, работает кишечник. Полезный напиток, у меня он расходуется только на раз-два, потому что, ну, не съедаем я, и я думаю, что все достаточное количество пищевых волокон. Овощей мы столько не съедаем. Ну, здесь содержится вот пищевых волокон столько, сколько в килограмме тыквы. Ну, съедаете это каждый день столько? Нет. Поэтому, ну, я лично пью.
Астаксантин и экстракт черники – это мощный антиоксидант для нашего здоровья, для нашего иммунитета. Тоже закрытая коробочка. Покажу вам свою открытую, она уже заканчивается. Вот такая черненькая капсула, просто кто не видел, да, кто не знает. Вот такая вот черненькая капсулка. Здесь астаксантин, экстракт черники – антиоксидант, который борется с свободными радикалами, укрепляет иммунитет и делает нас просто здоровее и красивее. Также он хорошо работает и на кожу, да, потому что свободный радикал у нас портит и наш внешний вид. Так, поехали дальше. Что же еще? Еще, смотрите, я взяла себе две вот такие масочки. Лейки Love Nature, тканевая маска антиоксидантная и маска с апельсином и овсом. Хорошая тканевая маска, здесь очень много сыворотки, придает лицу свежесть, снимает какие-то шелушения, раздражения. Люблю тканевые маски за то, что их не нужно потом смывать. То есть просто нанесла, полежала, можно походить. Если я хочу усилить эффект от тканевой маски, я надеваю нашу силиконовую маску. Вот она такая силиконовая, с ушками многоразовая, надеваю ее, и, соответственно, усиливается эффект от тканевой маски. Много здесь сыворотки, повторно тканевую маску, естественно, мы не используем, мы ее выбрасываем. Но чтобы сыворотка не пропадала, я наношу на шею, на декольте, можно на руки, потому что сыворотка достаточно питательная, хорошо пропитывает кожу. И еще линейка Love Nature, чем она хороша? Она биоразлагаемой формулы, без парабенов, без силиконов. Так. Затем мне пришла вот такая тушь у нас, 2 в 1. Дабл эффект, двойной эффект, здесь две кисточки, объем и удлинение. Эта тушь мне пришла я проходила какой-то опрос на сайте компании, периодически, когда заходишь, бывает, что пройдите опрос, да, нам важно ваше мнение, и опрос занимает минут 10-15, такой обширный достаточно, и потом какие-то подарки вкладываются, и вот мне пришла вот такая тушь. У меня у дочери была, предложу ей, может быть, она согласится, там две щеточки, одна попышнее, другая по такая более лысая, и эффект, чтобы был. Если согласится, вот ей отдам. Так, затем у нас в этом каталоге хорошее также предложение на вот это средство Love Nature, антибактериальное средство, да, такой бочоночек, жидкость, это жидкость с маслом чайного дерева, то есть это не чистое масло чайного дерева, а с маслом чайного дерева. Для чего мы его используем? Для чего наша семья оно используется? Оно используется вообще практически для всего. Такой запах, аромат есть чайного дерева. Если есть какие-то высыпания, прям на ватную палочку можно так вот прижечь немножко. Когда комариные укусы в сезон комаров, мошка и так далее. Просто для того, чтобы обеззаразить что-то, какой-то, может быть, порез. То есть не рана, конечно же, да, а именно порез. То есть именно для устранения каких-то раздражений и предотвратить воспаление, да, воспалительные процессы. Так, дочь у меня заказала вот такой лосьон для тела. Это предложение на сайте компании, онлайн-предложение. Лосьон для тела, вот эти лосьоны, они легкие достаточно, такие с легким ароматом, не слишком питательные, просто хорошо увлажняющие. Хороший легкий лосьон. Для рук крем взяла себе и дочери, мой полюбившийся аромат, это теперь персиковый крем для рук. Очень люблю, мне нравится. И дочь у меня взяла вот такой крем с авокадо, тоже мне понравился. Дочь теперь заказывает. На мой взгляд, этот вот более попитательный, чем этот, но так-то, в принципе, они практически одинаковые. Здесь мне нравится аромат, просто шикарный. Вообще потрясающий аромат, легкий такой и прям сладковатый, вот именно персик. Хорошее предложение, кстати, сейчас идет именно при покупке двух кремов для рук, идет скидка, сейчас вам скажу, по накладной, по своей. Так, сейчас смягчающий крем для рук, получается один крем 79 рублей стоит. То есть 99 рублей по цене каталога при покупке двух и 79 рублей получается. Да, увлажняющий крем для рук, смягчающий крем для рук. Вот. То есть с персиком это у нас смягчающий крем для рук, а с маслом авокадо увлажняющий крем для рук.
Так, взяла вот такое смягчающее средство наше Tender Care бочоночек с розой, с маслом розы, защитный бальзам. Как я уже говорила, универсальное средство для использования вообще для любых сухих участков кожи, для шелушений, для каких-то царапин, ожогов, как крем для кожи вокруг глаз. Если посильнее, то это можно как патчи сделать, потом снять. Хорошее средство. Так. Новый крем для ног у нас вышел в этом каталоге. Смотрите, какой потрясающий, со сладкой черешней. Вообще, на последних страницах каталога вы можете увидеть, ой, аромат такой, прямо именно эти черешни. Вот вдыхаешь, и прям черешня-черешня, такой сладкий аромат. Сейчас вам покажу. Вот он здесь. Пилочка для ног и крем черешни. Классный. Я люблю вот эти средства FitUp, потому что они хорошо питают кожу, увлажняют. И вот эти ароматические, ароматные, они... Ах, прям черешни-черешни. Руки намажу. Просто для того, чтобы вдохнуть аромат. Очень сладкий. Вот черешня. Классическая черешня. Вкусно-вкусно. Теперь я буду... Вот у меня ножки ароматные. Взяла себе вот такой набор. Новинка этого каталога. Тоже, смотрите, на последней странице вот у нас такое предложение. Можно взять каждый продукт по отдельности. Крем для лица и тела. Вот он в баночке, объем 150 мл. Вот, чтобы вы видели, вот так вот он выглядит. И крем для душа. Вот, объемом 200 мл. Вот такой крем для душа. Но выгоднее, конечно же, брать вместе. Полностью набор по цене каталога стоит 299 рублей. А у меня получается набор клюквенное блаженство 239 рублей. То есть крем, да, крем и крем для душа 239 рублей вот в таком наборе. Мне кажется, очень выгодное предложение. Можно для себя, можно в подарок. Я взяла для себя, для дома, потому что вот такие кремы я тоже люблю. Но я буду использовать, естественно, для тела. Может быть, дочь у меня возьмет для лица, не знаю. И крем для душа. Сейчас перехожу именно на кремы для душа в этот сезон, потому что кожа сохнет, потому что у меня жесткая вода, плюс сейчас вообще отопление включено, на улице холодно. Перехожу на более мягкие, смягчающие средства для мытья. Так, что еще я взяла? А, вот, за доставку я взяла сыворотку в линейке Urban Guard 3D. Я уже как-то говорила, что мне понравилось все. Кроме самой упаковки, да, неудобно. Я говорила, что я вряд ли буду брать, но я стараюсь брать какой-то продукт за доставку. Ну, зачем я буду платить за доставку, если я могу взять какой-то продукт, да, и, соответственно, доставка будет бесплатной, но я получу со скидкой вот такой продукт и сэкономлю, соответственно, да, и получу еще бонус-баллы. Сейчас пытаюсь найти плату за доставку. А, вот защитная сыворотка, да, 599 рублей стоит. Чем мне она не понравилась, да, я скажу, именно форматом. Во-первых, она жидкая, она, видите, вот прям напоминает лосьон или напоминает бустер. Вот бустер она напоминает. Неудобный формат, и когда наношу, у меня растекается по лицу, то есть ну, на руку потом неудобный. Но сама кожа после этой сыворотки перед нанесением крема мне понравилась. Мне очень понравилась. Она хорошо увлажняет кожу. Здесь содержится низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Здесь содержится пантенол. Это я читаю, вот у нас теперь все есть прямо на упаковке. Вот здесь вот и на коробочке, и на самой упаковке все написано. И технология Urban Guard, да, Urban Guard 3D, пантенол смягчает кожу. И ну, технология, которая защищает, она из полифенолов скандинавской ели, которая антиоксидантным мощным эффектом обладает и защищает нашу кожу от негативного воздействия окружающей среды. Ну и то, что пантенол, он смягчает кожу отлично, мне это тоже понравилось. Именно качество вот этой сыворотки мне очень понравилось, очень. Мне не понравилась сама вот упаковка, да, что у меня еще был, я сейчас никуда не собираюсь ехать, дело в том, что я переезжала, я ездила в гости к родителям, ездила там за город и так далее, у меня эта сыворотка была с собой, у меня почему-то постоянно откручивался этот флакон, и у меня часть
выливалось. То есть у меня, наверное, полфлакона просто вылилось в мою в походную косметичку. Сейчас я никуда не собираюсь уезжать, я буду стационарно дома находиться, поэтому я думаю, что я справлюсь и даю этой сыворотке еще один шанс. Качество, вот правда, результат на лице мне понравился. Да, и пантенол – это то, что нужно моей коже именно сейчас, для того, чтобы смягчить кожу, ее дополнительное смягчение, потому что, ну вот, да, в такой сезон. Дело в том, что я уже рассказывала, сейчас у меня на моем личном тестировании, на моем личном исследовании серия «Королевский бархат» Royal Velvet я взяла. Это серия 40+, с эликсиром черного ириса. И в этой линейке не предусмотрена сыворотка. Я уже как-то привыкла к сывороткам наносить после очищения крем для кожи вокруг глаз, потом сыворотку. В этой линейке сыворотка не предусмотрена. А я хочу сыворотку для того, чтобы дополнительно усилить эффект. Я в крем сейчас добавляю бустеры различные, но хочу сыворотку. Поэтому взяла сыворотку из, да, за доставку из линейки Optimus. И поскольку у меня когда-то все-таки закончится линейка «Королевский бархат», я сейчас начинаю потихонечку собирать набор Novage, которым я буду пользоваться. И взяла, у нас в этом каталоге сейчас идет с хорошей скидкой, скидка на линейку Novage Ultimate Lift. Это против гравитации, то есть когда у нас кожа становится более мягкая, менее упругая, меньше коллагена и эластина вырабатывается, и у нас происходит обвисание вот этих всех тканей. Кожа свисает, да, вот этот нечеткий овал лица появляется. А эта линейка именно направлена на работу с коллагеново-эластиновыми волокнами, да, с каркасом нашей кожи. Моя любимая линейка, и в этом каталоге хорошая скидка на дневной крем представлен. И я взяла ее еще с дополнительной скидкой, потому что те, кто делает каждый каталог 150 бонусных баллов, доступна эта опция. Можно взять любой продукт, кроме наборов Novage, линейки Wellness. Можно взять продукты. Я взяла еще дополнительно со скидкой. Мне обошелся этот крем. Сейчас скажу, сколько он мне обошелся. 980 рублей. 980 рублей он мне обошелся. Давайте посмотрим, сколько же он стоит в каталоге. Да? Просто почему это выгодно. Вот я открываю. А, еще на крем для кожи вокруг глаз. В каталоге без скидки он стоит 2450. Со скидкой 1959, ну, у меня еще, соответственно, да, 980 рублей. Выгодно? Выгодно. Что здесь есть? Смотрите, активные ингредиенты. Здесь запатентованная технология Aspartelift, которая аналогична аспарагиновой кислоте, которая у нас работает именно на подтягивание овала лица и стимулирует процесс обновления кожи, для того, чтобы кожа была более упругой. Экстракт стволовых клеток растения будлея, которая замедляет сокращение коллагена и замедляет, соответственно, старение, и запатентованные три пептид-технологии. Три пептида здесь содержатся, ну, которые стимулируют производство собственного коллагена, наполняют клетки влагой, разглаживают кожу и существенно уменьшают морщины. Вот такой у меня заказ, плюс у меня еще пришли на обзор новинки следующего каталога, о которых я буду рассказывать уже в другой раз. Это будет, да, это будет обзор уже 16-го каталога, который длится у нас 2 недели всего лишь, запомните. Этот каталог нужно успеть сделать много, но он будет, конечно же, бомбезный в плане скидок, акций и предложений. Вот такой у меня был заказ. Делитесь в комментариях, что вы для себя взяли, на чем вы делаете акцент сейчас, что вы приобретаете. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, у вас остались ко мне, что-то хотите спросить дополнительно. Задавайте. Если у вас еще нет дисконта в компании, вы можете написать мне, а можете оформить самостоятельно по ссылке, которая здесь есть внизу. Также есть канал в Telegram «Красота и здоровье», где масса полезной информации про красоту, про уход, не только о продукте, но и вообще в целом. Присоединяйтесь, кому интересно. Я благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.